Близится День независимости Республики Казахстан. В учебных заведениях проходят классные часы, круглые столы и другие мероприятия. В предстоящей дате не исключение и Казыбаев Университи. В музее университета организовали книжную выставку «Независимость Республики Казахстан». Также студенты подготовили проекты на эту тему и приняли участие в обсуждении работ. За годы становления и развития современной страны были как падения, так и победы. Историю нужно помнить, считают студенты. Главные непоколебимые ценности Казахстана – свобода и независимость. У меня доклад на тему «Жильтоксан», то есть декабрьские события, в которых рассказывается про массовые волнения, митинги в 1986 году в Алмате. Сейчас Казахстан – независимая, процветающая, развивающая страна.